Ваша честь, разрешите зачитать это? Волнуюсь и мысли путаются. Я записал сам, собственно, ручку. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, выступая с последним словом, хочу еще раз попросить прощения и извиниться за совершенное мною деяние. Мне очень стыдно за то, что я натворил. Это ненормально. Стыдно перед потерпевшими, стыдно перед родными, друзьями и близкими, стыдно перед жителями города Назарово и края. Раньше у меня были неприятности с законом. Все они были по одному сценарию. Проходили по одному сценарию. Скандал, драка. Сейчас закон поменялся, драка стала тяжким преступлением, меня посадили за решетку. За эти 2,5 месяца у меня было много времени подумать о своей жизни, о своем поведении. Я на это время оказался лишен самого дорогого, что у меня есть. Это доченьки, мамы, жены, друзей, работы, развлечений. Да и по сути вся жизнь превратилась в ад. Мне сейчас очень тяжело и плохо. Каждый день я ложусь спать и просыпаюсь с мыслью. Никогда больше. Никогда будет насилие, никогда не будет насилия и алкоголя в моей жизни. Больше всего мне стыдно перед моей дочерью. Я даже представить не могу, как ей без меня больно. Как я буду ей объяснять свою командировку в тюрьму. Я приложу все силы, чтобы никогда больше не оказаться на скамье подсудимых за боль людей. Прошу не лишать меня свободы и дать мне возможность доказать вам, что я достойный гражданин, мужественный отец. Спасибо, Ваша честь.